Ну что, раз, приветствую, мы продолжаем проходить Hellblade, собственно, да. Потому что я победили с вами босса еще одного, да. Я сказал свое мнение, что он не... Блядь, что ты делаешь, камера? А он не настолько был сложен, чем прошлое, но все равно сложен. Посмотри, в общем, в правом верхнем углу там, смотри, наводишь на правый верхний угол, либо в описании, да, сможешь там, будет плейлист на... Ссылка на плейлист, да, с полным прохождением данной игры. И там в верхнем правом углу наводишь туда, собственно, мышку, да. И там будет такой кружочек беленький с восклицательным знаком. Нажимаешь на него, и там будет прошлая серия и плейлист на прохождение данной игры, да, полностью. Собственно, что могу сказать? Интересная игрушка, очень атмосферная. Посмотри лучше самую первую серию, столкнулся случайно эту серию. Посмотри все с самой первой серии, потому что внешняя атмосфера и... Собственно, сегодня мы идем открывать большие врата, ты скажешь, что за большие врата. Посмотри с первой серии, говорю, тебе будет более понятно, о чем я говорю, да, и, в принципе, вникнись в эту атмосферу, потому что игра очень атмосферная. Вот, а так, при этом пить это кушать, при этом чипитика пить или пить воды, при этом просмотр, собственно, да, наливайте пледик обязательно, при этом просмотр, еще раз, а мы, собственно, начинаем. О, прикинь, не записался, нахуй, начало, я на этого начала записал, смотрю, не записывается, еба, народ, что за пиздец, ну ладно. Кстати, заметил, смотри, мне кажется, или нет, видишь у него рука, где вот с тьмой, да, вот эта вишня, как будто вот меньше стало, да, как будто меньше стало. Вот мне там, может, окажется, хоть, но как будто меньше стало. Так. Ну, сейчас будем драться, да, с кем-то здесь. Давай, ёпта. Давай драться, чё. Драться, сражаться. Жертва. Вот она, сосредоточься. Я не то пришел. Не показалось. Тебе не приходилось умирать? Это серьезный вопрос. Когда рушится представление о себе, так то просто перестаешь быть. Все остальные этого не видят, ты знаешь, что это так. Ты сейчас ощущаешь в своем теле постороннего самозванца, и больше ничто не будет прежним. Синуа уже умирала трижды, и умрет снова. В этом можно не сомневаться. Обладая знаком Вальверна и знаком Сурта, ты сможешь пересечь мост над рекой ножей. Ведущий в Хельхейм. Что-то новое скажешь? Нет, что нового не скажет. Ну ладно. А вот здесь, подожди, что вот это здесь такое? А, все понял. Это откуда мы пришли? Да. Ну, шо, let's go. Так, ну let's go, чё, давай, let's go. Не открывай ворота, она должна открыть ворота, не надо. Бля, ты уверен, что скример сейчас будет? Нахуй, блядь, скример что ли сейчас будет? А, загрузка пошла. Темно, тьма, только мертвые пройдут. Я типа на своем подсознании гулять или что? Ну, вы скажете, что ты про что вообще? Ну, как я знаю, эта игра там вначале написано, что основана на всяких психологических проблемах, заболеваниях, расстройствах и тому подобное. Я вот поэтому и делаю, что она, возможно, гуляет в своем подсознании. Кто знает. Может быть нет, может она не гуляет в своем подсознании. Ну, как написано, что она связана, тут игра типа сделана... Нет, никого, только я. Только не ты. Ты думал, что я отпущу тебя? Что оставил меня в диких землях? Никогда не отпущу тебя. Тебе от меня не скрыться, я твоя тень. Я буду смотреть на тебя в тот миг, когда ты испустишь дух. Я не готов умереть.
Будешь готова, когда увидишь, что они сделают своим милым возлюбленным. Дилиан! Дилиан. Просто сама игра это сделана на чем? На всяких расстройствах, психических заболеваниях и тому подобное. То есть, тут написано в начале даже об этом, поэтому я такого вот делаю. В ожившем кошмаре сбывались все сны, и ты искал способ сохранить власть над собой, искал способ пережить это. Когда ты была влюблена, ты оставила его плачущего, чтобы услышать яростные голоса и знать свои страхи. Но потом с ним явились они через бурные темные моря. Меня послышали эти берега. Ты все еще слышишь его крики? Теперь, когда ты дома, он так далеко. Они забрали его душу, те боги, которым ты не можешь молиться. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Он не могут разрушить тебя, но ты не нарушишь обещание, даже его смерть не разрушит вас. Через тьму вокруг ты найдешь его, в своем мече еще бьется сердце. Ты сражался за любовь, боролся за свою мечту, тьма разрушалась бы изнутри. Теперь тебе никак не победить. Голова его отделена от тела, вместилище его души. Поэтому ты должна нести ее с собой, чтобы вернуть его домой. Ебать, что происходит. Они могут разрушить тебя, но ты не наше обещание. И даже его смерть не разлучит вас. Через тьму вокруг ты найдешь его, твоя меча еще бьется сердце. Ебать, пиздец, жестко нахуй как-то, да? Страшил какая-то. Тьма коснулась тебя. Все видели это в провалах твоих глаз, во взгляде. Не замечаешь в жизни. Ты бежал от нее, но только подводил ее все ближе, привела ее к нему. Бесконечное страдание, которое уже хуже смерти. Бля, смотри, жестко. Ты хотел сдаться, бросить его и обрести мир с богами? Нет. Тьма этого не допустит. Ты войдешь в логово зверя, ты посмотришь ему в глаза и пойдешь на него войной. Вот твоя цель. Вот твой долг. Больше ничего не осталось. Ну, let's go еще. Бля, будет прикольно, если это финал, знаешь. Просто такая короткая игра. Ну, ладно, побежим, хули. О! Мальчик, отсосешь, ты знаешь, с кем я дрался, блядь, вообще? Ты ничто против меня, бля. Боги сделали тебя воином, не без причины. Таково твое призвание. Ой, блядь, это вообще похуй, смотри. Отсосал, да, блядь. Отсосешь, блядь, ты в курсе? Ты тоже отсосал, блядь. Behind you!
Зачем зарать за прошлым, если перед тобой новый путь, только в нем есть смысл. Let's go, блядь! Бан, нахуй! Давай. Ой, там щитом на ты смотри. Держи, я могу парировать, давай посмотрим. Не, не могу парировать. Бля, вот видите, он очень муторный, блядь. Больно. За что больно было? Видите, они муторные, вот с щитом они муторные довольно-таки, блядь. Ну шо, я пришел? Открывай. Каждый новый врата во тьму, который ты откроешь, это новая битва с нею. Нормально, охуенно. Мать, вставай. Ну шо, ты думаешь, я с тобой не справлюсь, блядь? Вставай, ёпта! Угу. Чё, думаешь, что ты сможешь сделать, блядь, алё? Давай, ёпта, давай! Ой-ой-ой, блядь, а почему его-то? А-а. Давай сначала с тобой матч разберемся. А-а, сука, блядь. Давай, поехали. Сначала с тобой разберемся. Блять, стой. Давай, давай. Сначала с тобой разберусь. Блять, я же нажал блок. Ой, блядь. Финишим. Победи его, хорошо.
Вставай, мать, вставай, 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 вставай. Пиздец, блядь. Поехали. Дракон остался, да? Давай, давай, давай. Ну, ну. Бля, я увернулся же, ёпта. Бля, это очень муторно, ебать. Вот она даже, видите, одна даже хуйня. Да, он его так добью сейчас. Бля, почему у него щит не ломается, не пойму, блядь. Просто мейк муторный, блять. Я в ахуе. Как вам такое, ребят? Как вам такое? Просто мальчик, ты не заебался, блять? Я просто в ахуе. Сколько у тебя там хп, нахуй, блять? А, нихуя ты, блядь. Я вон так уже добился. Хорошо, мы победили. Что ж, нам сюда, блядь? Нет, нам не сюда. Куда нам? Сюда, что ли? Наверное, сюда. Да, муторный, конечно, муторный. Опа. Снова печатим. Давай, блядь. Путь Хельхейм не бывает прямым. Каждый ищет свою дорогу. Соединись с его секретами, твоя дорога откроется тебе. А, да, послушаем вот этого челика. Когда бы ни пришла ты к покрытому золотом мосту, ведущему в Хель, ты увидишь, что его охраняет великанша. Она спросит твое имя, она спросит, с какого ты рода. Она спросит, зачем ты пришла. Северяне рассказывают о Брюнхильде, женщине-воительнице, которая бросилась в огонь и отправилась в Хель вслед за погибшим возлюбленным, Сигурдом, и спорить с великаншей. Понятно. Типа она великанша, типа она великанша или что? Так, где-то здесь должны что-то быть. Нихуя! Ты видел? Нихуя себе. Нормальное дело. Просто восстановили, просто так взяли, восстановили эту, блядь. Лестницу, ну с кайфом, чё с кайфом. Опа, дверька. Можем открыть ее? Понятно. Не можем.
Опа, здесь что-то где-то есть. X, где-то X. Где же? Правильно иду? Где-то внизу, где-то внизу X. А, во-во, вижу, вижу, вижу. Все, я понял. А что наверх? Здесь S. А где, ёпта, тогда? Подожди. Yes, мы сделали. А X где-то внизу. X где-то внизу. Интересно. X где-то здесь внизу у нас с тобой. Где? Здесь? Ну да. Ну вот чем тебе не X, ёбаный? Это здесь, да? Попадает. Ну явно, что с этой фигурой связано, нет? Ну вот X, ёпта, чуть тебе не нравится-то. Я хуй его знает, мальчик. Ну, здесь нету нихуя. Где-то здесь, короче. А где эти их зож? Вот он, блядь, ну. Блядь, я и навожу. Понятно. Просто надо было чуть ближе подойти. Окей, в определенной точке работает. Окей, окей. Я, блядь, собственно, навожу на этот иксан. Нет, нет, я навожу на иксан. И похуй. А вот сейчас нормально, сейчас нормально. И похуй, а нормально. Ну, понятно, блядь. Так, идем в Хельхейм, да? Или Хельхейм.
Кстати, ребят, вы спросите, докуда я доходил, когда я играл? До того ворона. С вороном я вроде что-то дрался, и все. И дальше я не проходил. Ворота они открываются? Почему? Снова эта песня. Это Хэлла. Да, источник тьмы, она идет. Твой миг настал. Ебать! Ты кто? Прости. Я не могу на это смотреть. Что ты делаешь? Ты показываешь слабость. Вставай. Ты не воин, ты позор. Боги накажут тебя за это. Возьми меч, подними его, борись тьмой, борись. Вставай, вставай. Охуенно. Здорово. Спасибо за советы, мужик. Вот такие, блядь. Вот такие советы, блядь. Охуенно, блядь. Ну вот, собственно, вот что и произошло, ёпта. Ну хоть ты попробовал, хоть попробовал. И снова Хиркейм заглядывает глубоко к ней в душу. Бушующее море и потерянные души. Ей это снилось когда-то. Говорят, что сны — это наши воспоминания, мысли и страхи, увиденные нашим внутренним взором. А, охуенно. Но что если каждый из нас всегда пребывает в своем сне, даже когда бодрствует? И мы снова, ну и мы на самом деле видим только творение своего внутреннего взора. Может быть, поэтому люди и боялись смотреть на мир ее глазами? Потому что если предположить, что реальность Сенуа искажена, придется признать, что искажена может быть и твоя. Ты подвела богов. Ты жалкая. Подлая. Такое осуждаем, блядь. И о чем ты только думала? Ты что, правда думала, что можешь победить? Кажется, ты дура. Ее ненавидят все. Посмотри на себя. Воин. Никчемная, слабая, жалкая. Давай пожелай, пожалей себя, больше тебе ничего не остается делать. Такое. Бери. Если слишком страшно сражаться, закончи бессмысленные мучения. Разбитая, потерянная, прямо как твой меч. Ебать, суждаем такое нахуй. Бля, жестко. Зачем продолжать? Если ты отдаешь все и идешь навстречу тому, что дерзает тебя. Только чтобы знать, что все гораздо хуже, чем представлялось. Зачем продолжать? Такой вопрос — проявление слабости. Или мы просто так боимся честного ответа, что не смеем задать вопрос? Но это ведь скрывается в памяти, чувства, песням. Она жива. Что за звук? Сино, посмотри на меня. Не сдавайся, не сейчас. Кто ты? Ты веришь мне, Сино? Веришь в нас? Дилин? Иди ко мне.
Пожалуйста. Вон он, иди к свету, это он. О, бля, чё так, смотри, как тьма продвинулась. Чё так тьма продвинулась-то жёстко. Такое, такое. Ну, блять, вон, смотри, какой-то чел танцует, блядь. А, нет, он дерется. Ну, а мечом фигачит, смотри. Это не он. Иди к нему. Да, трэш, конечно. Прежде чем она встретила его, она жила в нехорошем месте. Она была еще подростком, но не таким, как другие. Она с того дома могла что-то сделать, редко выходила из дома. За этим следил ее отец, Зинбл. Лишь изредка она выбиралась на свободу. Сама собирала хворост и травы. Вот чем живут на равнинах Хоркни. Куда идти там, а вон? Таков был ее мир. Похож на этот суровый и пустынный. Да, блядь. Здесь ничто не выживет. Это жито и все напрасно. Он под деревом. И там был он, одинокая фигура, мальчик, вихтующий в тени дерева. Он помнит, как впервые увидел, она помнит, как впервые увидела его. Ее молодым глазам казалось, будто он танцует, весь мир танцует вместе с ним. Мрак расступился, впервые в жизни она увидела луч надежды. Я так, в принципе, думал, что это типа надежда олицетворяется. Значит, нам туда нужно будет вернуться. Да, бля, я пока реально что-то потерял смысл игры, в принципе. Какой-то, знаете, чуть-чуть как-то растерялся, как-то чуть непонятно стало даже в моменте. Не знаю, туда я бегу я или нет. День за днем, наблюдая издалека, она подражала ему. Сошли со своей тайный танец. Желаю только, чтобы летучие мгновения света тянулись вечно. Ты хочешь верить, что это правда, но это обман, ты даже не можешь драться. Ой, бать, что? Бля, бать красиво, да? Красиво.
Как может он так легко ладить с миром, с таким блаженством? Если бы только она могла также видеть мир новыми глазами, танцевать с миром так, как танцует он. Как тебя зовут? Сенуа. Я тебя раньше не видел. Я редко выхожу из дома. А, дочь Зимбеля. Мне нужно идти. Подожди. Кто тебе начал так драться? Никто. Никто? Ну, я смотрел на тебя и... Ты всему этому научился, глядя на меня? Знаешь, ты должна стать воином. Я? Я Дилин. Я прихожу сюда, чтобы тренироваться. Приходи, смотри, и принеси свой меч. Этого не выразить словами. Никогда ты смотришь в глаза того, кто утешал тебя, кто мог защитить тебя. Всего одно мгновение ужас плащается, прежде чем ты успеваешь что-то понять. Тогда тьма становится частью тебя. Но мир изменился в тот день, когда северяне отняли его у нее. Синуа знает, что возврата к прошлому нет, что начаться незачем. Боги зрят твой разум. Они используют свои силы, чтобы раздавить тебя. Они меня не остановят, я до сих пор чувствую его. Даже если от него что-то осталось, он ни за что его не отпустит. И не брошу его гнить здесь, ты сама гниешь. Оставь меня. Ты умрешь здесь, все твои сторонники впустую. Замолчи. Да. Трэш. Синуа? Дилин? Это ты? Я найду тебя, любовь моя. Обещаю. Это что? Пошли дальше. Я думаю, назад нет смысла возвращаться, да, туда пока что. Ну, пошли дальше, что? Чё? Иди, бабушки, баллон подключи, пожалуйста. Бери меч. Не бери его. Идет оттуда. И оттуда. Что это такое?
Что происходит? Сино, представь себе этот меч, который может разбить богов. Его имя Грам. Его выковал Верховный Бог Севериан. Один и подарил Сигмунду, великому воину, Один. Мне нужен этот меч. Это важно. Ты можешь помочь мне? Меч кажется целым, но это иллюзия. Давно его разбили на кусочки. Говорят, что великий воин может перековать Грам, если он сначала выдержит испытание Одина. Одно испытание за один обломок меча. Корни древа смерти принесут тебя в новую землю, где тебя ждут испытания. Сейчас! Посмотрим, собственно, посмотрим. По всему просмотру такая серия была, собственно, да? Интересно, интересная серия. В следующей серии будем проходить испытания с вами. Интересно, что будет дальше. В принципе, ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, неправильно, спасибо за ранее, кто это делает. 70% смотрит без подписки, блядь, пожалуйста, поддержите, пожалуйста. Ну, это правда, мотивирует очень сильно делать что-то дальше. В принципе, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.